Всем привет, и в этом видео ты узнаешь, кто такой дракон. Мы все слышали о драконах, так как эти персонажи занимают большую часть мира фэнтези. Эти существа завораживают, заставляют трепетать от ужаса и восхищения одновременно. На самом же деле драконов не стоит бояться, но неизведанное и неизвестное всегда отталкивало и пугало людей. Кто же такие драконы? И что мы знаем о них на сегодняшний день? Откуда они произошли? Каждая народность называет этих существ по-своему, но эти названия наиболее распространенные. Пришло к нам из древности, а точнее из греческого языка. Существа эти известны каждой культуре. О них написано множество легенд. Драконы всегда были символами мудрости, бессмертия и возрождения. Драконов считают мифическими существами. Люди верят, что они на самом деле существовали, вот только вымерли, как те же самые динозавры, существование которых доказано современной наукой. Раз мы заговорили о динозаврах, то ответьте. Чем драконы так похожи на динозавров? Правильно, очень многим. Во-первых, те и другие очень крупных размеров. Во-вторых, многие динозавры и драконы имели панцири. И очень острые когти. Некоторые особи имели даже перепончатые крылья. Существует гипотеза, пока не подтвержденная наукой, что драконы – это эволюционировавшие динозавры. А что? Почему бы и нет? Ведь люди произошли именно от обезьян, если согласиться с Дарвином. Ну что, на этом все. Всем спасибо за просмотр, ставь лайки, подписывайся на канал. Всем пока!